Всем привет! Сегодня я покажу вам суп. Дальневосточный называется. Вот мы отвариваем яйца. Поставили воду. Сейчас будем нарезать картошку. Нарезали картошку кубиком. Сейчас будем закидывать ее. Когда картошка сварилась, мы добавляем вот такую капусту морскую, которая называется... Вот, дальневосточный салат из морской капусты. Добавляем. Вот мы добавили капусту. До этого мы вот сварили яички, вот так их порезали. И тоже сразу добавляем сюда, потому что долго капусту варить не надо. Теперь взбиваем сырые яйца. Взбили сырые яйца и вливаем двумя кастрюлечкой сюда и размешиваем. Надо еще посолить. Сейчас мы посолим. Перемешали. Суп готовится очень быстро. Тут главное, чтобы сварилась картошка. Такой он красивый получается. Печку мы уже выключили. Накрываем крышкой. Даем отдохнуть 5 минут. После будем пробовать. Готовится быстро. И дети счастливы и довольны. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита.